Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Способность достигать цели – это качество. И цели ставятся именно для этого, чтобы овладеть этим качеством, достигать цели. И это не является личностью. Качество не личность. Любое качество нужно для того, чтобы заполнить лакуну в энергетических структурах на определенном уровне. Это мой ответ на вопрос Светланы Ивановой, который можно вот просто зачитать. Про мысли и эмоции понятно, а как насчет ценностей? Если человек принял для себя определенную систему ценностей, это можно считать частью личности? Или цели, которые человек ставит перед собой, это часть личности или нет? Системы ценностей, как можно сказать, что вот человек принял? Человек принимает какое-то мировоззрение, в результате воспитания. Ну а что такое воспитание? Это навязывание человеку неких шаблонов, принятых в каком-то обществе. И понятное дело, что эта система ценностей является внешней по отношению и к сознанию, и к личности человека. Это некий ограничивающий фактор. На этом до свидания, до новых встреч.